Здравствуйте, наши дорогие маленькие зрители. Я вас всех очень рад приветствовать в Театре Вахтангова сегодня. Потому что Театр Вахтангова сегодня и завтра, еще несколько дней, мы присоединяемся к общероссийской акции «Открытый занавес». И будем показывать на этой сцене спектакль «Питер Пэн» для детей, в том числе из Донецка и Луганска, кто пострадал в результате военных действий. Тем самым мы хотим хотя бы на один миг погрузить вас в прекрасный мир детской сказки, в прекрасный мир театра. И что может быть лучше? Питер Пэн на сцене Театра Вахтангова. Я вас всех сердечно приветствую нас в театре и приглашаю в этот замечательный, прекрасный детский мир Питер Пэна. Спасибо, что вы с нами. Мы вместе. Спасибо.